Привет всем! Мы тут приоделись, потому что немножко сыро и мы немножко простыли. Мы находимся в Малайзии на Bamboo Village. Это такой типа guest house, который полностью сделан, домики сделаны из бамбука. Вот, нет кровати, все спят на полу на матрасах. Вот, и хотим немножко показать то, где мы находимся. Мы вот сейчас живем в этом домике, спим на втором этаже. Вот, до этого мы жили в другом домике, попозже покажу, в каком именно. Настя, я тебя снимаю. Помаши ручкой. Да я помахала же. А вот это наша кровать на втором этаже. Вот это вот типа главный дом здесь. Он самый чистый, самый красивый. Вот такой вот садик из тропических всяких растений. Это вот беседки. Ну а здесь уж джунгли. Bamboo Village находится немножко на склоне, поэтому домики расположены уровнями выше, 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 и дальше нужно немножко подниматься вверх и туда уже ближе к джунглям. Мы тут занимаемся волонтерством, то есть сюда приехали 10 человек волонтеров, все из разных стран. Вот есть ребята из Канады, из Мексики, Испания и Литва. Вот, что мы здесь делаем? Мы здесь в основном занимаемся садоводством, то есть подрезаем, вырезаем старые листья, сухие листья из цветов, кустов. Иногда двигаем в комнатах диваны. Ну, в принципе, все, нам предоставляют бесплатное жилье. Но иногда еду, а так в основном мы ходим питаться недалеко отсюда, может 2-3 километра в город, не в Куала-Лумпур, это как пригород Куала-Лумпура, в горах немножко, вот, ну и там в принципе довольно дешевая еда. Один парень-волонтер отказался, чтобы я его снимал, вот, а все остальные ребята ушли, поэтому, может быть, они попадут в этот фильм, может быть, нет, посмотрим. Вот это наш дом, в котором мы жили, ночевали первые две ночи, потом сюда приехало много гостей, 30 китайцев, и нас переселили вот в самый первый дом. У каждого дома есть название, но вот этого дома не помню название, там написано, но я не помню. Вот соседний дом здесь стоит, это Гекко, да, мы стоим в доме Манки, есть еще дом Кинг Кобра, вот, ну в принципе и все. Вот такой вот у нас был маленький домик, мы спали на... Черт, скользко очень. Прошел дождь, здесь сейчас сезон дождей, вот, и очень влажно, очень скользко. Так вот, дом. Мы ночевали на втором этаже, на первом этаже душ, ну и немножко веранда. Senangnya di sini tuh. Halo, ini Villa Bambu, Wilis, Kuala Lumpur. Ini banyak kawan-kawan and volunteer dari mana-mana negara. Ini Desi, orang Malaysia. Ini Kak Tini dari Indonesia.
And di sini buka kantin untuk customer, untuk volunteer. Okay. Good. I said this is Kartini. She said this is the Bamboo Village, and she runs the cafe here, and she cooks for the customers and the volunteers, and we have many volunteers here. And mari ke sini ya. Yes. Please come to Bamboo Village. Hi, my name is Jace, and I'm a Malaysian. I'm a local here. I live like 1 hour drive from here, and I work for an outsourcing company as a payroll manager. And this is my first time here at Bamboo Village. It's a very natural area. It's full with natural floras and faunas. It's a very interesting place. Come here and enjoy the nature.